За прошедший год в нашей студии побывало более 100 врачей разных направлений. Это педиатры, гинекологи, дерматологи, даже хирурги. Специалисты помогали советам по здоровью телезрителям, отвечали на вопросы. И сегодня в нашей студии пресс-секретарь Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России Наталья Погребная. Доброе утро, Наталья! Здравствуйте! Ну, мы сегодня не будем на серьезные разговоры и темы вести дискуссии, а с приятными к нам вещами пришли. Сразу покажем этот прекраснейший, действительно шикарнейший букет. Я думаю, любая девушка этому позавидует и захотела бы себе такой. Здесь присутствуют замечательные цветы. Это нам подарок, да? Да. Вот спасибо наш, большое. Наш генеральный директор и коллектив врачей поздравляет коллектив программы «Утро на Енисее», весь коллектив, и операторов, и корреспондентов, и водителей, и ведущих, потому что это всегда командная работа. Да. Мы желаем вам здоровья. Спасибо. Вот, чтобы зрители ваши тоже были здоровы. Вот, и кроме букета, это еще не все. Букет, безусловно, для хорошего настроения. Он огромный, настроения. Он больше моей головы, посмотрите. Да. Обычно букеты головами ведущие. Да, у нас здесь вот такая вот, я бы назвала, мини-скульптура. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Да, это рукопожатие, символизирующее вот единение врачей и телевидения, потому что наши врачи полюбили приезжать на утренние эфиры, они стали меньше нервничать. И во время работы? Нет, когда они к вам приезжают, они всегда очень сильно переживают, потому что это тоже для них стресс. А какая рука ваша, какая наша? А давайте определим. Ну давайте. Так, ну если вот так, наша вот блестящая, так. Ну типа, может, мы же звезды. У вас сегодня 7 лет, вам можно все. Да, да. А ваша рука, она такая рабочая. Вот она получается. Да, да. То есть вот с другой стороны, вот она, посмотрите, видите? Они цветом отличаются. Это блестящая. Одна хромированная больше. И такая рабочая, мозолистая, что называется. Вот, это вам на память? Спасибо, круто, это очень необычно, неожиданно. И еще один подарок. Мы очень долго думали с врачами, как же вас еще можно поздравить чем. И решили, что утренняя программа – это все-таки символ, ну, скажем так, жаворон, да, птицы. Да. Гнездышко. Да, но это птички немножко другие, это свистульки. Вот раньше в Древней Руси можно было с их помощью, не знаю, непогода, посвистел, выглянуло мы вам, солнышко. Мы поэтому... вам свистульки напоминаем, да? Нет, смотрите, вы можете... Свистуны тут сидят. Вы можете подуть, и счастье будет, и деньги, и удача. И здоровье. И здоровье, все, что хотите. Вот, пусть кстати, наша программа процветает, а другие утренние, ну, загибаются. А вторая? Вторая точно такая. А такой же звук, такой же звук. И на федеральных каналах тоже. Ой, у нас разные тональности. Ну все, насвистели, хватит. Денег не будет. Огромнейшее вам спасибо. Это вам на удачу, да, пусть у вас все дальше получается. Интересных вам рубрик. Ничего себе, вы прям по-творчески так подошли. Конечно, к этому вопросу. Подготовились. Это очень круто, спасибо. Спасибо, и надеюсь, приятно. Что мы продолжим это тесное теперь сотрудничество. По два специалиста сразу будем приглашать. Хорошо, мы готовы, обращайтесь. А в нашей студии пресс-секретарь Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России Наталья Погребная. Огромное спасибо и всему персоналу. Конечно. Праздником вас еще раз. Да, ну и прерываемся на небольшой блок рекламы, но скоро вернемся.